Всем привет, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами Дариди. Вот, это игрушка Shadow of Variance, как-то так она называется. Давайте посмотрим ее. Вот, я хочу, чтобы вы оценили. Ставьте палец вверх, ребята, комментируйте видео. Также не забывайте про мой Twitch канал и основной канал Steam, где будет скоро выходить много игр, всяких интересных, много новинок, прохождений. Также там будет прохождение Shadow of Variance. Ух ты какой-то, дядя. Мне нужно купить меч. Сейчас мы купим меч. А, статус текущего задания. Вот, купить меч. Мне нужно купить меч сейчас. Сейчас мы найдем этот меч и купим. Так, я думаю, мне сюда. А, нажмите левую кнопку, чтобы нанести удар. Удерживайте. Усиленный удар. На Q, чтобы бросить сюрикен. А что случилось-то, интересно? Да что ж вы... А, нифига себе. Вы видели, ребят? Обалдеть. Что творится? Я офигею, ребят. Сколько мне сюрикенов, интересно? Вот это экшен. Обалдеть! Что с тобой? Вот это кровище. Да что ж вы такие неугомонные-то? Осторожно, осторожно. Ёлки-палки, все рушится. Да получай сюрикены, на. Сволочь, доволен? Нифига себе. Это я сюрикеном так сделал? Офигеть. Офигеть, ребят. Так, ты еще? Сейчас мы тебя добьем. Вот это сюрикены. Слабонервным, я думаю, не стоит смотреть. Это видео, ребят. Так, а сюда я ничего забрать не могу. Быстро же игрушка началась. Так, секунду. Так, я включил субтитры на всякий случай, чтобы как-то могли понимать их не диалог, а речь. Вообще, я просто хотел вам игрушку показать. Используйте левый shift, чтобы совершить ускоренный рывок в выбранном направлении. А, так. Хорошо, я понял. Можно... Ну-ка. Кто это? Кто это? Кто это пил? Ну-ка. Нравится? Нифига себе. Это, знаете, на что напоминает? А ты что, еще жив? Давай я облегчу твои страдания. Вот, все. А, напоминает... А как же этот фильм-то? Квентина Тарантино, да, по-моему? Уматур... Нет, кто же там снимался-то? Блин, честно говоря, не помню. Ух ты. Что это такое? Что случилось? О, кто ты? Что за дерьмо? Тихо, чувак, не трогай меня. Отойди от меня. Что, мать твою, происходит? Что тут творится? Куда я попал вообще? Боже ж ты мой. Отпусти меня, чувак, хватит.
хочет надо мной измываться. О, спасибо. Довольно-таки интересный. О, блин, я чё... Я привязанный, что ли? Глава первая. Интересно. Я просто хочу вам игрушку показать. Если вам понравится, мы будем с вами снимать прохождение ее. Так, где, черт возьми? Это похоже на Far Cry 3, вот сейчас именно. А, Убить Билла. Тот фильм назывался Убить Билла, где она всех резала. Во, что за херня творится? Кто вы такие? Вот конкретно это именно из Far Cry 3. Я, там они также были при... В тюрьме такой бамбуковый, короче. Так, мне надо как-то отсюда выбраться. О, меч, отлично. Сейчас мы возьмем его. Ну что, сейчас сделаем. И все, на веревку-то... Блин, ты мог... А, это цепь, я думал, это веревка. В принципе, блин, такая конструкция ненадежная. Мне кажется, ее можно легко было расшатать и вылезти отсюда. Так, давайте немножко пробежимся. А сюрикены, я так понимаю, они бесконечные. Это хорошо. Так, кодовый замок. Так, не открыть ее. Ух ты, сакура. Красивое дерево сакура, ребят. Всегда хотел увидеть сакуру вживую. Ух ты. А туда я не смогу попасть. Ну ладно. Так, давайте куда-нибудь. Тут нигде не откроешь дверь. Так, куда же нам идти-то? Солнышко светит, птички поют. Красота. Блин, реально круто сделано. Игрушка, по-моему, 2013 года. О, вот, отлично. Пистолет? Ух ты. Боевой пистолет. Отлично. Отличного качества. А, собирайте деньги, чтобы покупать улучшения или боеприпасы для оружия. Нажмите, чтобы узнать больше. Ух ты, вот он, револьвер крутой. Курок, можно курок прокачивать. Облегченный барабан. Цена 1600. Удлиненный ствол, нифига себе, 1000. Боеприпасов больше. А сколько у меня денег? У меня денег ноль пока что, все, я понял. Выходим. А вот и первые деньги. 117, отлично. Так, блистательно. Так, на кнопку 2 пистолет, ладно. Я просто хочу найти деньги, где они еще могут лежать. Игрушка кайфово оптимизирована. Вообще ничего не лагает. Может даже 60 FPS снимать. Ух ты. Сейчас мы тут налутаемся. Так. Отлично. Деньги нам нужны. Так, что тут больше ни... нигде денег нету? Все забрал. Аптечка. Так, хорошо. Я просто ключ хотел найти. Ключа, по-моему, тут нету, да? Или я подобрал ключ? О, я ж карточку взял. Так, последовать за Мизяяки и забрать меч. Кто там? Какой-то зомби, смотрите. А его можно обойти? Чувак, ты шутишь, что ли? С тобой все нормально? Нет, нет, нет. Чё же дрянь-то? Смотрите, какой он.
Обалдеть, ну-ка. Давайте, чтобы наверняка уже. Можно прям в фарш превратить его. Так, круто. Все заберем. Так, тут ничего нету. Это молоточек судьи, я так понимаю. Что там такое? Я не знаю, что там такое. Давайте пока что деньги заберем. Что тут у нас есть? Слушайте, увлекательная игрушка, мне кажется. А что наверху интересно? Там же по-любому что-то интересное должно быть. Много золота, отлично. А, нет, нет, там, я думал, золото будет. Так, у нас скоро будет улучшение. Балкончик, блин, шикарный балкон. И почему так много денег тут валяется? Так, а вылезти я не могу, да, отсюда? Так, ладно, придется обходить. Так, более тут ничего не вижу. Вот это, what the fuck. Так, а где выход был? Тут где-то явно был выход. О, блин, месиво какое-то. Я же отсюда... Я ж тут был. Блин, я назад вернулся. Какого черта? Мне в другую дверь надо было. Я уже совсем запутался. Вот она дверь. Так, давайте аккуратно. Что-то мне как-то страховато немножко. Кто там орал? Кто орал? Чё за черт? Что происходит? Вы издеваетесь? Демоны. Блин, да я не хочу к вам близко подходить. Но я думаю, придется. Да умри ты уже. Ты хотя... Ух ты, блин, ранил меня на... Кто там еще? Да получай, прям в голову, смотрите, попал. Кто вы такие вообще? Все? Вас больше нету? Доигрались? Нечего шутить с Валерой. Блин, я бы на лицо хотел посмотреть на его. Блин, что же мерзкая пакость? Вот он, давайте посмотрим. Так, блин, у него какие-то отростки. Вроде ноги-то человеческие, смотрите. И там мутированы какие-то люди. Так, понятно. Нифига себе, у меня 21%, ребят. Давайте возьмем аптеку. О, отлично. Теперь 100%. Так, это какая-то клетка, я не знаю, для кого. Для кролика. Кролик. Ой. Я никого не убивал, ребят, это... Боже мой, что это такое? Я не хотел это делать, ребят. Это просто... Это иллюзия обмана была. Кролик жив, на самом деле. Фокус, фокус. Что я делаю? Боже мой, я себя не узнаю. А, давайте, знаете, еще посмотрим. Сколько у меня денег? 800. Блин, нам ни на что не хватит. Нам пока что ни на что не хватает, ладно. Давайте немножко пробежимся. Тут я тоже ничего не вижу. Эта игра не ВКонтакте, ребят. Ух ты, а туда я смогу попасть? Ну, блин, я слишком большой. Ладно, пойдемте туда. Или по мосту. Нет, давайте по мосту не пойдем, пойдемте.
Там что-то горит, смотрите. Пожар! Там, ребят, пожар. Давайте посмотрим. Боже мой, что случилось с домом-то? Я могу обжечься? Нет. Обжечься я не могу. Так, я так полагаю, мне надо подняться. Осторожно. Осторожно, так, идем. Аккуратно. Плавненько переходим. Красиво, да, в Японии, ребят? Хоть в игрушках посмотреть можно на эту красоту. Дивная красота. Глаз радуется, верно. Так, идем дальше. Блин, все здание горит, короче. Ух ты ж, ё-моё. Блин, как жжется-то все. Где он? А, но Битсура, где? Еще цикает на меня. Что с тобой не так? Ты кто такой? Пошел ты. Кто ты такой, черт возьми? Боже, мне ж больно. Какой-то демон, короче, я так понимаю. Он не может брать предметы. Банк-банк. Бам-бам. А, сделка сделана, называется. Так, а, правую кнопку мыши, чтобы лечить себя. Нажмите ДД и удерживайте правую кнопку мышки, чтобы лечить себя. ДД и удерживайте... Нажмите ДД и удерживайте... А, вот. Ну-ка. Комбинация ДД и левая кнопка мыши. А, правая кнопка мыши. Теперь я могу лечить. Круто. А все, больше не могу, только определенное количество раз. Не определенно, а, ну, до определенного... То есть до 65, наверное, я могу себя лечить, а дальше нет. Давайте аккуратненько так пройдемся. Блин, тут реально как в бане то попрохладнее. Так, денежки мне пригодятся. 1300 уже у нас. Как выйти отсюда? Ладно, есть. У меня есть меч. Мне надо найти выход. О! Тебя нельзя взять? Блин, боже мой. Ладно. Я знал, как лечиться. 65, да, это максимум. О, что там происходит, смотрите. Вот она, дверь, оказывается. Так, ладно. Круто, крутая способность. А, у меня фонарик есть, оказывается, еще. Отлично. Можно, в принципе, там было пошариться. Ну ладно, давайте пойдем прямо.
Красиво, ребята, очень смотрится. Согласитесь. Водопад. Прикольно. Это игрушка 2013 или 2014 года. Добротно сделано. Так, что я хотел посмотреть? Так, я, в принципе, мог бы купить, да, боеприпасы? Сколько они стоят? А, вот длинный ствол за 1000 всего лишь. Повышается точность. А, сделан из очень крепкого и легкого сплава. Этот барабан повышает быстроту огня. А, так, удерживайте правую кнопку мышку, чтобы переключиться на быстрый режим огня в стиле вестерн. Круто. Давайте пока что удлиненный ствол сделаем. По-моему, он крутой. Отлично. Сейчас посмотрим на него. А, ну вон, да, изменился немножко. Мне нравится, как он достает меч. Это сам звук прикольный, да? Забавно. Ну, мы пока что возьмем пистолет. Кто это? Ну-ка, иди сюда. Еще бы научиться метко стрелять. Было вообще шикарно. Вау, как тут круто. Чтобы вылечиться. Души убитых. Еще я могу вот так делать. Очень быстро. Да сдохни ты. На, получай. А, вот здоровье плюс 30. Но не у всех я могу души забирать. Потому что, видимо, у некоторых их просто нету. Так, давайте идем далее. Красота, смотрите какая. Обалденно. Ну-ка, что это такое вообще такое? Карма. За убийство врагов и найденные флаконы с кровью вы получаете карму. Используйте карму, чтобы изучать новые навыки улучшения. Ну-ка, я что-то могу улучшать еще? Ну-ка, давайте посмотрим. Мастер Катана. Величайший мастер меча прекрасно понимает, что истинная сила заключается не в клинке, а в воле владения им. Узнайте, как использовать энергию Ки в бою, направляя ее через свой меч. Разделитель небес. Этот сконцентрированный фронтальный ки-удар способен убить всех врагов, кроме самых могущих. Комбинация нажатия ВВ, затем удерживайте левую кнопку мыши, чтобы набрать силу, и отпустите, чтобы выполнить удар. Давайте выучим. Отлично. То есть тут, я так понимаю, мастер катана. Знание медицины, передвижение, удача, разум, нифига себе. Восстановление. Мастер катана. Мастер катана мне нравится. Ну-ка, давайте попробуем. Уничтожьте статую Тентоки с фонарем зеленым пламенем, чтобы открыть печать зеленого цвета. Только разделитель небес может уничтожить темные символы. Ну-ка. Вот он, способность. Вот так вот. Круто. Такая комбинация. Вперед-вперед. То есть я могу так махать, могу сделать усиленный удар. Так, или вот так. Самый крутой. Сейчас мы его испробуем. На ком-нибудь. Ну-ка, кто там рычит? Вон они. Вам не повезло. Вы будете мои подопытные. А, по-разному убивать их. Так, ладно.
сюда. Получай. Смотрите, в кого они превращаются. Так, что такое? То есть мне дали какую-то карму, я так понимаю. Еще я, знаете, что могу? Могу вылечиться? А, нет, смотри, почему не могу? Пока лечиться не могу. Блин, замок. Нужен ключ. Где возьму ключ? А фиг его знает, да? Так можно обойти. Автомат? Вот так вот. Нравится? Сволочи. То есть мне надо их по-разному убивать. О, вот это взрыв. Сейчас можно, смотрите, подлечиться. Немножко. Вот это выстрел. Так, ладно, тут мы все забрали, да? Так, ладно, ребята, я думаю... Я вам просто хотел показать игрушку, а вы уже оцениваете, вот нравится вам или нет. А снимать прохождение нет, если будут, конечно, просмотры набирать, если будет много пальцев вверх. Вот мы с вами будем снимать ее, но я пока не знаю, на основном канале ВКонтакте или же на канале Твича, потому что вообще в дальнейшем у нас будет, где вот приложение ВКонтакте, там будут игры ВКонтакте, где будут игры в Стиме, там будут игры в Стиме, то есть у нас будет всегда разделение. В дальнейшем. Вот, ну что же, я с вами прощаюсь, с вами Ладарите, ребят, всем удачи, всем до скорого, играйте хорошие игры и не скучайте. Всем пока-пока.